Друзья, здравствуйте. Давайте знакомиться. Кто-то уже меня знает, кто-то видит первый раз. Меня зовут Ирина Бельска. Я топ-инструктор по фейсбилдингу в онлайн-школе Евгении Баглык. Я представляю нашу школу в городе Одессе. Приглашаю одесситок на личные занятия, которые постоянно провожу. Если вы из другого города или другой страны, я с удовольствием встречусь с вами в скайпе. Фейсбилдинг в нашей школе – это комплексный подход к проблемам на лице. То есть это не только динамические упражнения, как раньше было принято думать, что это просто проработка мышц лица. В нашей методике эксклюзивной мы также используем методы расслабления лица, вытяжения мышц. Это очень актуально для снятия мышечных зажимов, спазмов на лице. Мы также прорабатываем биологически активные точки. И я хочу сейчас показать вам вытяжение для межбровной зоны, а конкретно мы будем убирать вот такой вот спазм. Попробуйте вместе со мной. Это очень эффективно. Если у вас есть привычка хмуриться, вы научитесь расслаблять эту зону, вам проще будет расслабиться, убрать этот зажим. Я покажу вам, как вытягивать эту зону. Что нам нужно будет сделать? Нам нужно будет зафиксировать внутренние уголки бровей. То есть мы пальцы укладываем под уголочкой брови, на уголки брови и чуть-чуть выше. Постарайтесь, чтобы пальцы плотно лежали, не широко, а именно плотненько друг к другу прижали. Вектор движения у нас будет в диагональ в стороны. То есть мы именно четко по сторонам, вот как я пальцем показываю, будем так вот разжимать. Теперь наша фиксация. Пальцами мы, как вот мы говорили, под уголками брови, сами уголочки чуть-чуть выше, пальцы вот таким как треугольником выкладываем. И прижимаем, чувствуем, что мы внутренние уголки бровей прижали к кости. То есть под пальцем вы чувствуете, как вы вот эту часть кожи здесь прижали к кости. И вытягивать мы будем тоже как по кости. Для того, чтобы прижимаем, для того, чтобы напрячь эту мышцу, мы опускаем взгляд вниз. Достаточно опустить взгляд, не опускайте голову, просто опустите взгляд. Помогите себе дыханием, делайте вдох. На выдохе мы поднимаем взгляд вверх и тянем межброви в диагональ стороны. До ощущения натяжения в межбровной зоне. Как только вы чувствуете, что у вас появилось натяжение в межбровной зоне, вы останавливаетесь и держите его несколько секунд, потом просто пальцы убираете в сторону. Если у вас уже есть зажим, вы почувствуете натяжение, одновременно увидите, как он разглаживается. Если есть хотя бы небольшие намеки, вот такие вот вертикальные заломы, делайте это вытяжение. Давайте еще раз повторим. Вот немножко вы руку набили вместе со мной. Мизинцы под уголками брови, остальные пальцы плотно прижимаем. Пальцы, вот как ваша бровная дуга, будем вот так вот тянуть не по сторонам, и ни в коем случае не вот так, а четко в диагональ в стороны. Вот как брови как бы разжимать. Прижимаем плечи, постарайтесь расслабить, опустить, не зажимать шею. Почувствовали под пальцами, что мы прижали кожу к кости, опускаем взгляд вниз. Вы можете почувствовать, как под пальцами немножко дернется мышца. Когда вы опускаете взгляд вниз, может появиться небольшое напряжение. Помогаем себе дыханием, делаем вдох. На выдохе смотрим вверх и в диагональ стороны тянем, как бы разжимаем межброви. Чувствуем натяжение, останавливаемся, держим. Старайтесь задержаться, ни в коем случае так вот пальцы не должны у вас ползти. Если так получилось, это некорректно, вы все-таки кожу вытянули, а нам нужно вытянуть мышцу. Давайте еще раз делаем. Фиксация. Прижимаем. Опускаем взгляд вниз, вдох. Взгляд вверх, выдох. Потянули и держим. На самом деле здесь короткое натяжение, то есть вы должны прям почувствовать, как вы по кости разжали межброви и задержались. Как только вы почувствовали натяжение, остановитесь, подержите. Подержите, подержите и убираем пальцы в сторону. Это вытяжение хорошо расслабляет межбровную зону, снимает вот этот спазм, и вот такие вот съехавшиеся брови расслабляются, разжимаются, эта часть разглаживается. Также вы можете, как я уже говорила, можно использовать биологически активные точки, проработку. То есть вы можете нажимать внутренние уголочки бровей. Она не очень комфортна, эта точка. Можно так, можно так, можно так, как вам удобно. Найдите такую точку, она достаточно болезненная, и понажимайте. Импульсные такие надавливания, ни в коем случае так вот пальцами не массируйте, не растягивайте себе кожу. То есть просто положили и надавливаем. Надавили, расслабили, надавили, расслабили. Можно пальцы вообще убирать, то есть надавили, отпустили. Можно просто вот положить, надавить, отпустить. 10-15 вот таких надавливаний. Точка достаточно болезненная, то есть найдите, где вам неприятно.
Это могут быть сами уголки бровей, может быть, чуть-чуть ниже или чуть-чуть выше, но совсем чуть-чуть. И вот так вот понтовать тоже хорошо стимулирует эти мышцы, расслабляя их, отпускается зажим для зоны вокруг глаз, также полезно, усиливается лимфоток. То есть вот эти точки вы тоже можете использовать для расслабления межбровной зоны. Это буквально сотая часть того, что мы даем нашим клиентам в нашей школе. Это и упражнения, и вот вытяжение, и проработка биологически активной точки, много других очень полезных, нужных для нашего лица приемов, упражнений. Главное, что мы учим вас, как правильно все это делать. Так что буду рада встретиться с вами на личных занятиях или в